Доброго вечера, чатик, доброго вечера. Здравствуйте. Ой, ну что? Что, новый день, новый контент? Вы же понимаете, что вас ждет великолепное, просто замечательное развлечение на сегодняшний день в лице меня, в лице World Warcraft перед вашими глазами, в лице самых лучших дейликов, локалок и вот это вот все. Видео вставку с Сильваной и Гуся, и мы в расчете. Хорошо, ладно, Монт, ладно, давай начнем так, значит. Альянс Асад! Опять зависло. Вот ведь везде от нее одни проблемы. Не может этот Сильван нормально нигде вообще сделать то, что от нее требуется. Ладно, Монт, вот тебе гусь, вставка. Вставляй его. Такс, Норк, потом не плачь, что тебя опять никто не смотрит. Так-то сам-то прикол в чем, что Вов-то смотрит. Но неважно. Сегодня у нас, как бы, понимаете, стрим, анонс стрима не по Вову. То есть сегодня мы играем в Вов для того, чтобы проанонсировать то, что мы на каком-то из будущих стримов не будем играть в Вов. То есть в данном случае вы не можете обвинить меня в том, что я играю только в Вов. Потому что на самом деле я не играю только в Вов. Этим стримом я анонсирую, что я играю не только в Вов, играю в Вов. Но просто Вов здесь как просто средство достижения цели. Для того, чтобы все поняли и все вот это вот. В общем, для того, чтобы стримить не Вов, надо иногда стримить Вов. Понимаете? То есть нельзя стримить не Вов, если ты стримишь не Вов. Видите, как все закручено? Вот мне жизнь-то непроста. В общем, на самом деле, просто... Опять у нас, на самом деле, не очень такой вот будет длинный затяжной стримчик, потому что эта неделя предвещала быть достаточно простой, ненапряжной, человой, но в итоге она станет адовой, ужасной и просто раздирающей задницу. Поэтому даже вот сейчас я закончу, когда стрим, пойду заниматься раздирающими задницу делами. Вот, и просто у меня нет... в данный момент возможности с вами вот собраться в чем-то, что реально крутое. Но, смотрите, раз уж мы сегодня анонсируем стрим не по Вов, я вот о чем подумал. На этих выходных, в принципе, никаких особо у меня планов таких глобальных нет, поэтому есть возможность, что на этих выходных мы, возможно, постримим, например, Heavy Rain. Или Sinking City. Решим это уже ближе к делу. Ну, в общем, я хочу что-то такое кинцовое. Но отличие, конечно, Heavy Rain от Sinking City. Наверное, я не знаю, но Sinking City, мне кажется, не озвученный. Поэтому придется опять напрягаться. А вот Heavy Rain можно просто сидеть с чипсами, чилить, смотреть и делать выбор. В общем, решим ближе к делу. Я так думаю, это где-нибудь можно будет как раз вот в пятницу организовать, чтобы спокойно посидеть энное количество часов, лечь уже поздно, вот, не выспаться в субботу, но ведь на то это и выходные. Озвученный орк. О, он озвученный? Ну все, тогда вообще гениально. Тогда просто вот что из этого выберете ближе к пятнице, то и пойдет. Вот, а сегодня и в среду, ну не знаю, сегодня я вам говорил, у меня просто денек немножко такой напряженный. Причем я думал, он будет напряженный только днем, но он будет напряженный вечером после нашего стрима, поэтому... Поэтому давайте сделаем локалки, да, сделаем вид, что всем это очень интересно, ведь это же локалки. Вы зато посмотрите на Жатар при свете дня. Вот вы когда-нибудь такое видели? Они что-то реально подшаманили там. Или, возможно, Европа перешла на какое-нибудь летнее время, и у нас с ними, видите, всего час разницы, и из-за этого теперь мы на час больше наслаждаемся. Кажется, я разгадал, почему вдруг мы видим солнце. В то время, которое видели раньше только ночь, очевидно, что, видимо,
Хотя, блин, переходить на летнее время в середине лета, это просто дебилизм какой-то. Так что я не знаю. Про голосовалку в Дискорде запустишь или в группе искать? Я запущу и там, и там. Так что, если вы САП, чекайте Дискорд. Если вы не САП, заходите в паблик. В общем, везде будет, у вас будет выбор. Выберите, что вам больше интересно было бы. И в эту пятницу сыграем по полной во что-нибудь такое вот крутое, продолжительное. Правда, Sinking City там горят на 25 часов, поэтому мы только надкусим, а вот Heavy Rain в теории часов на 8, значит, можно в один подход пройти и эта война окончится и сидеть, чиловать, зимовать. Орк, ты спрашивал озвучку и Новари на английском, вот ссылку можешь послушать. Давайте послушаем, как зовут. I suffer this indignity for the sake of my clan. Be cautious. We do not know what awaits us within. We must fight our way out. Be careful, Adaru. You are safe now. Вот как вот этот вот такой вот глубокий, брутальный голос мог превратиться в... рабство, унак? Да я лучше брошусь на собственный клинок. И, в общем, очень странно, очень странно. Мне кажется, уже, видите, наверное, совсем не парятся, просто берут кого, какого-нибудь актера и просто записывают с ним персонажем. Особо так вот не обращаю внимания на исходники, возможно. Хотя фиг его знает, опять же, как этот процесс организован. Просто, ну, реально разные персонажи получились. Анкоа. Всю жизнь скитаемся по морям. Ну вот посмотрите, ну почему он такой грустный, такой депрессивный? Он же не депрессивный. Вот послушайте. The Naga and their vile magic are to blame. We strike as one for the Waveblade! Face me! My oath will be fulfilled! Taste my blades! I will cut you down! My ancestors watch over me! Strike with the ocean's might! Travel. Не, ну когда они кричат... Я исполню клятву! Не знаю, немного... Ладно, неважно, какая, в принципе, разница. Знаете, что я услышал? Я услышал не мискаст, не вот это вот все. Я услышал, что англоговорящие играют с такой скучной озвучкой, с такой сухой, неинтересной, а вот у нас... Вот вы чувствуете, что у нас? У нас просто шедевр. На самом деле, мне наша озвучка местами нравится гораздо больше, чем оригинальная. Например, Сильвана. В оригинале у нее какой-то совершенно мерзкий голос, как будто какую-то старушку заставили озвучивать енота злого из мультфильма, вот. А у нас такой стервозный прямо снисходительный голосок у Сильваны, который идеально подходит ей, мне кажется. Поэтому, видите, все, в очередной раз доказали мы, что наша озвучка самая крутая. Можно даже не играть в английскую. Ты, главное, в голосовалку не добавляй Вов. Не, я не буду добавлять Вов. Я говорю, Вов нам нужен, чтобы просто стримить, вот, отбивать расписание, скажем так. Со мной. То есть, вот если у нас стрим ни почему не получился, у нас есть всегда Вов. Сегодня как раз тот день. Он давно этот день тянется, но вот как-то... Не, ну ладно. Скажу вам честно, несколько стримов, где-то 60% от всех стримов WoW, которые были в последнее время по этим дейликам, я играл исключительно в свое удовольствие. Но 40% играл, потому что это было идеально подходящим для текущей повестки дня. Но на самом деле я все равно даже сейчас наслаждаюсь, несмотря на то, что мы, казалось бы, делаем локалки, где надо водоросли вытягивать, которые фиг знает, где спаунятся вообще. И их еще забирают все игроки подряд, поэтому приходится бегать по кругу в надежде, что так, что тут у нас? Стоп, 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 коммунизм, опять Советский Союз. Ну что, ну давай, Ленин, Сталин, вот это все. Одним больше. Вот Blizzard не могут без этого, вот не могут. Чуть не пропустил очередной подарочный сап. Спасибо, Орк Пичу. Спасибо, Янкара, за шестой месяц, да, вот твой спонсор. Тебя тянет аж 6 месяцев подряд, спасибо. Ладно, вот тебе гусь.
ленточка, ведь каждый подарок должен быть упакован. Рука, ты пойдешь в новый рейд? Очень хотелось бы глянуть, как ты рейдишь. Но рейд выходит только на этой неделе. Для того, чтобы рейдить, нужно иметь пачку людей. У меня ее в данный момент нет, поэтому я не знаю. Когда не с кем рейдить, надо рейдить в Эльфейре. Ну вообще, ну не знаю, если как-то... Ну, в общем, не знаю. По-любому не знаю, потому что я вроде как танк, а я не хочу рейдить танком. Рейдить танком — это ответ, это как дирижер, понимаете, в оркестре. То есть все ориентируются на танк всегда. Все смотрят на танк. Куда танк повел босса, туда все и бегут. Куда танк повернул босса, там все и стоят. Так что... Орк, не гони, у тебя, собственно, гильдия есть. Нет, гильдия у нас, конечно, есть, но вот вы смотрите, сейчас в ней 3 человека, включая меня. Нужно выбрать цель. В БФА у нас не такая активная гильдия, как в Легионе. Но это и отчасти потому, что я и не занимался так сильно, и отчасти потому, что и БФА не всем зашел. В общем, все звезды сошлись. Так, водоросли можно искать спамом макроса на С, липкие водоросли. Тоже хороший вариант. Мне в Ведьмаке наша озвучка понравилась. Английская какая-то пресная. Видите, видите, вот опять. Это уже не первый случай, это не совпадение. Значит, скорее всего... Клинки волн многое пережили с Жатари. Но наша клятва должна быть исполнена любой ценой. Сколько эмоций в этом. А вот у английского, ну как-то проговорил, ушел домой. Это вообще не дело. Я голос Сильвана поставил на будильник. Теперь как стойкий оловянный солдатик каждое утро. Нет, Сильвана, вот послушайте оригинальную Сильвану. Может, вы ее никогда не слышали. Так, Сильвана с... как бы это написать? Саунд... А, voice-over это у них называется. Voice-over. Так, Сильванас, voice-actor, Пэтти Мэдсон. Так, леди Сильвана Виндранер, voice-over, патч... Let's see how brave Гилнеас gets on without its stubborn leader. Such a waste. That arrow's poison was not meant to be wasted on your whelp. We'll meet again, Greymane. Так, и теперь мы, где она тут? У меня нет времени на игры. На? Да дрожи просто. Никто не должен выжить. Ух, как мочит-то. Ну это лишнее было. Ладно. В общем, вы поняли, какая-то странная, вот такая вот у них Сильвана. Тоже такая мерзотная, конечно, ей подходит. Такая вот мерзость в голосе есть. Но у нас, помимо мерзости, еще стервозность такая вот. Какая-то женская, которая вот тоже идеально, как мне кажется, дополняет. Так что мне наш Сильванка нравится больше. Нравится больше. Ты из Хардсон. Ну, я не знаю, ролики на Ютубе сложно отыскать. Пишешь Сильвана озвучек, тебе ролик из Хардсона предлагают. Так, ладно, все, побежали. Уничтожать желтые руны. У меня теперь новые локалки появились, так что этот стрим будет еще интереснее, чем раньше. Вы только посмотрите, новые локалки. Так, где они, собственно? А, вижу, все, вижу. Новые локалки, да, это постоянно. Будем разгадывать головоломки. Это же гениально. У меня нет цели. Так, Чернорук шикарен в английской озвучке. Нет. Ну, я, естественно, это... Это... так, здесь какие надо желтые руны собирать? Естественно, это скорее исключение, чем правило, что... Да, русская озвучка может быть лучше английской. Ну, они, во-первых, все просто разные. Да, а во-вторых, иногда, да, бывает такое, что одна какая-то версия звучит лучше, чем другая. У нас есть небольшое хобби в нашем Дискорде. Мы иногда любим послушать какие-нибудь песни из мультиков, которые на других языках поются. И даже пару раз устраивали конкурс. У кого самое лучшее. Например, песни из Аладдина очень хорошо звучат в болгарской озвучке. Не знаю почему.
Так, да, три в ряд собираем. Ну, наконец-то геймплей, которого бы заслужили, подъехал. Блин, ну просто душная на самом деле квест, ладно, если отключить иронию. Душный во многом за то, что мне надо желтые собрать, да, желтых тут просто нет. Мне надо сейчас все остальное собирать, чтобы желтых набрать. О, моего. О, какие-то желтые сами по себе собрались. Вот, просто долго может этот квест делаться, конечно. Хотя, конечно, наверняка эксперты какие-нибудь... скажут, что да ты просто не видишь. Тут в один клик можно все ряды закрыть. Лич Кинг топ озвучен у нас. Мне тоже нравится наш Лич Кинг больше, чем их Лич Кинг. Но там не так все однозначно. Там нельзя сказать, что вот прям одно лучше намного. Так. Я исполню клятву. Этот квест понерфили. На первый день 8-2. Надо было 5 в ряд собирать. Да уж, повезло. Так повезло. Да. Здесь. Вот донат, залетел к нам донат. Ты ему рад? Конечно же, брат. Привет, Ор. Привет. У тебя очень крутые видео. Подскажи, пожалуйста, в каких программах ты работаешь? Я имею в виду анимацию персонажей. О, господи. Локации и так далее за Орду. Привет, спасибо большое, очень приятно. Но я работаю не один. С нами работает еще господин Виц. Он занимается трехмерной графикой, в том числе анимацией, реагированием и реагированием орка различным. Да, проработкой костюмов, декораций, вот этого вот всего. Поэтому конкретно на эту тему вопросы лучше адресовать ему. Вот. А да, по всему остальному можно мне, но вам не интересно все остальное. Никто не приходит и не говорит: «Привет, Орк, слушай, а подскажи, а как ты вот сообразил вон ту шутку про Якубович? А скажи, а слушай, а вот скажи, а вот как ты сделал вот тот параллакс-эффект в монтаже? Слушай, а вот скажи, а как ты сделал?» Наги так яростно защищают. Никто не спрашивает. Значит, там хранится что-то важное. Так, ключ от крепленного тайника, да, погнали его забирать. Так, привет, подскажи, плиз, наград сундуков в среду будут со старыми наградами или уже с повышенным? Без понятия. Это я не интересовался, но... Просто это все умеют. Да, да, все умеют. Вот я смотрю весь YouTube в этом. Нужно подойти поближе. Всем кажется, что все умеют, а на самом деле никто ничего не умеет. Даже я ничего не умею. Вот. Но это не стыдно в этом признаться. В любом случае, знали бы вы, сколько Виц тратит на это в среднем времени, плюс сколько времени он потратил на то, чтобы научиться делать так, как сейчас, у вас бы сразу пропало желание этим заниматься. Это всегда так хорошо, что ты такой сидишь, думаешь: вот, я сейчас весь мир покорю, значит, скачаю ту самую, одну единственную программу, спойлер, не одну. В ней так поковыряюсь, файл new нажму, и все, модели готовы. Но нет. Совсем нет. Как это раз называется, которого сейчас убиваешь? Как? Наги, конечно. Ой, еще один прощальный стрим по WoW. Сам последний. Но сегодня мы анонсируем на этом стриме, анонсируем стрим не по WoW. То есть тем примечателен этот стрим по WoW. Жизнь за Асшаром. Не достаю. Слишком далеко. Такс. А до сих пор не выпало. Окей. За клан клинков Волн. Орк, расскажи, ты покупал всякий визуал эффект паки или скачивал их из бесплатных ресурсов? Вроде эффекта молнии огня, и можете искать качественные эффекты в открытом доступе. Морок, по моему опыту. Ну, там не так много бесплатных альтаров, там много платных, покупных, которые стоят эти доллары, эти много долларов.
Очень-очень больно всегда за них платить, но с другой стороны, потом смотришь и думаешь, эх, хороша жизнь. Так, мы вообще эту локалку давно сделали, может не бить этих наг. Несмотря на то, что все мне грозятся вечно баном за то, что я упоминаю, что я бью наг на стримах, но ни одна нага еще не подавала жалобы, и все с этим нормально. Так, добудьте 8 планов нападения. Выиграв план наступления наг, мы сможем нанести им сокрушительный удар. Как возникла идея орка создать вообще? Собрались вицем такие, почему бы нет? Ну, во-первых, ну, орк не создавался так. Это же, я говорю, это прилипло само, по сути. Это потом уже просто подумали, надо, может, на YouTube попробовать что-нибудь поделать. Ну, как бы первое время я один вообще все делал. Включая машины. А потом, когда Витц присоединился, да, он взял из себя 3D, потому что он в этом шарил, и плюс это была бы хорошая фишка. Собственно, таковой она и стала. Спустя тысячу шишек набитых. Так, план нападения. 1 из 8. Марка, скажи, как ты придумал ту крутую шутку про Рагнауса? Очень угарно. Спасибо. Ну, наконец, нормальный вопрос. Значит, дело было так. Я сидел и думал. Я, знаете, я даже написал такой сценарий, что в этом видео будет шутка про Рагнарос. И потом я понял, что анонс-то шутки про Рагнароса произошел, а самой шутки нет. И тут пришлось сидеть, думать, как же выкрутиться из ситуации. Надо срочно ее придумать, приучить, что ее нет, а она проанонсирована. Как поступить? Чтобы мне нужна цель. Опять, уже глюч, только 5 минут от стрима прошло, уже надо перезапускаться. Орк, такая хорошая фишка, что в Японии, как ты, таких, как ты, дофига, у них миллион подписчиков, ахахаха. Ну мы вообще-то раньше были, так что пусть они идут в пень. В Японии подписчиков дофига, ну естественно, потому что японцам это интересно. Нашим это не интересно никому, откройте тренды игровые и убедитесь, пожалуйста. Так, вообще... Что началось? Какой-то токсик льешь. Сейчас как забаню, слышь ты? Вот я прям чувствую, как у него холодок по спине пробежал. Это он мне. Это я тебе, слышь? Такс. Перезапускаемся. Оп. Гениально. Великолепно. Такс. Орк, за что сидел? За локалки. Слишком далеко. Такс, все, продолжаем делать локалки. То есть все это мура неинтересное, вот, все, что я хотел сказать. В техническом плане. Это все скучные вещи. Через это надо просто пройти и смириться, что ты убьешь кучу времени, но результат может быть того стоит, а может и не стоит. Кто знает, время покажет. Все мы живем, превратимся в пыль. Как вам? Мне нравится перспектива. Я такой живу, а потом хоп, а я пыль, и все, что я делал, вообще не важно, и никому нет дела. Мне нравится. Орк, а ты заранее придумаешь тему для стрима или всегда как пойдет? Ну, сегодня у нас же тематический стрим, да? Все-таки анонс стрима не по Вов, на стриме по Вов, поэтому... Ну, как такое можно было с вот это с экспромтом перед самым запуском придумать? Естественно, это был целый ивент, который долгое время готовился, утверждался, проверялся на фокусной аудитории. Так, что это у нас? Одним больше. Одним зелье на култирусскую алхимию. Хорошего сна. Нужно подойти поближе. Спасибо, Хрокт, за 5-й месяц. Что ж,
Вот тебе гусь. Так, хорошего стрима. Море! Вот тебе гусь. Водоросли, раз уж мы в Нажатаре. Моя любимая локация, кстати. Вечно забываю вам это напоминать на каждом стриме. Слишком далеко. Как не быть токсичным или напомнить твой рейтинг токсичности в Доте? Я борюсь с тем, чтобы не быть токсичным. Это так сложно в этом мире. Сразись со мной! Мои клинки к твоей... Я стараюсь быть лучше. Я как Махатма Ганди. Хочу быть. Я к твоему... Но не как в цивилизации, которая всех убивает ядерным оружием. Придурок, смотрю тебя только на Ютубе, поэтому ответь, как тебе 8.2? Не знаю, ну, нормально пока. Но мне нормально. Я особо ничего и не ждал от него, и ничего особо и не получил. Я просто делаю локалки, просто делаю другие локалки. Но мне понравился ивент с рыбой, мне понравился сюжетец, в принципе, нормально тут открутится. И это понравилось. Не понравилось так много, конечно, всех этих локалок, дейлики вдруг добавились, очередные вот эти искусственные тормоза, которые не дают взять и пронести локацию. Ну, собственно, как-то уже 100 лет происходит, в том числе привет Сурамар, у которого было 11 глав, которые тоже открывались со временем. Поэтому, с одной стороны, все окей, с другой стороны, что-то, конечно, не очень нравится. Но с третьей стороны, я тоже понимаю, что то, что мне не нравится, это естественная составляющая жанра, и если в этом мире существует MMORPG, то обязательно в ней надо задротить, как собака, и фармить что-то постоянно. Так, а пока давайте добежим и... Ой-ой-ой, что происходит-то? Погоди, а что-то без вармода? Чтоб стрим спокойно проходил. Ударим вместе! Я в первую очередь без вармода, потому что неадекваты начинают неадекватничать, как правило. Не часто, но могут начать. Поэтому какой смысл? Соблазн лишний давать. А так вот без вармода, вот, ищите меня, я бью кучу наг. Можете помочь мне сделать. Сурамар был шикарен до полетов. Лазить везде по катакомбам и т.д. А вот мне наоборот казалось, что Сурамар — локация, которая как будто была создана для полетов, и которую надо было при этом пронести, чтобы эти полеты получить. И от этого был такой диссонанс. Потому что вся локация Сурамар постоянно в каких-то холмах, пещерах, и у нее там многоярусность, вот это вот прям очень сложно ориентироваться по местности. Так, я сейчас умру, кажется, поэтому я лучше сделал вот так. Так, что происходит? Прилив. Я лучше отойду просто, и все, я отхилюсь своими друидскими старыми добрыми методами. Вот, мне не нравилось перемещаться по Сурамару на наземном маунте. И по городу, и по локации. В городе тоже, и куча этих районов с элитками. Ну, такое, не знаю. Я когда вот получил полеты в Легионе, наоборот, кайфовал. Типа, о, вот Сурамар наконец-то открылся передо мной совершенно с другого угла. И ракурс. Вот это было прям... замечательно. Слишком а так далеко. Мне, конечно, Сурамар сам по себе нравится. Но только больно. Очень больно его проносить. Очень больно. Про какая локация Вовте нравится больше всего? Ой, сложный вопрос, очень сложный. Что-нибудь из Нордскола, наверное. Где Нордскол-то? Вообще все забыл уже. Там ледяная корона. Интересно визуально, но там квесты очень так разбросаны, неудобно. Не знаю. Что-нибудь из Нордскол. Мне очень визуально нравятся зоны Дренора. Они прям вот хороши. Почти все.
Так, Хоркрасайт, все мобы на меня пошли. Ну так я... Ты сам меня учил, ты сам говорил. Юзай вот эту вот обилку ночных эльфов. Она очень поможет потом в мификах. Ну, чьи это слова? Ствунак? Да я лучше брошусь на собственный клинок. Все нормально. Да, я прилечу и буду мучить орчика. Зачем ему это и зачем вам на это смотреть? Не, ну есть определенные любители подобного, поэтому... Я лишний раз... Я просто сталкивался с таким, поэтому лишний раз я... Раз уж теперь есть возможность все это добро отключить, то я отключаю спокойно. Для меня лично введение вармода одно из самых лучших нововведений вообще... БФА. Вот если что и можно выделить в БФА, что точно 100% Epic Win, то это вармод. Много можно спорить на тему там всех этих фронтов, экспедиций и прочего, но вот то, что вармод крутой, это прям 100%. Так, а где бы крабов-то найти? Только за Мишку мейнишь? Нет. Мейню я вообще за всех подряд. Просто Мишка на данный момент мне представился как идеальный кандидат для того, чтобы завершить эти две локации. Во-первых, он адски универсальный. Мишке всегда очень быстро и удобно делать локалочки. Ну, а во-вторых, в конце концов, потом, когда я получу полет, я возьму такой и хопа, и полечу в облике этой совы, и это будет просто эпично. Так, ладно, крабов тут нет. Пойдемте искать где-нибудь еще. Вот нам все равно наверх идти, где почка глубинного коралла и локалка. Опять кормить этого тиранара, который вчера заглючил. Ладно. Принято, понято. Пойдемте. Вот, кстати, согласен насчет вармода. Хочешь бить олень, включай вармод. Надоело, отключаешь. Красота. Это гениально вообще. Это лучшее решение проблемы вот этих вот PvE, PvP серверов, которые тоже такой архаизм. Ну, у меня аж целый даже ролик на эту тему был, что эти серверы, это такое все уже немножко из начала нулевых, не совсем актуально. И граница между серверами еще сильнее размылась, и теперь можно самому выбирать, какой контент тебе интересен. Это хорошо. И только в смерти обретаем покой. Гений, гений. Так, что такое? Чем я могу тебе помочь? Я квест хочу тебя сдать. Что от меня требуется? Так, нога гигантского краба. О, нифигово, просто опыт получил. Сколько до почтения? До половины еще. Самая обида. Если есть недостаток у того, что бегаешь без вармода, то очевидно это... Мы связаны клятвой. То, что у тебя нету этих 30% на репу. Поскольку я играю за Альянс, то у меня это было бы 30% на репу. И гораздо быстрее шло бы. За угнетенную фракцию это все-таки играть попроще. Так. Не достаю. Слишком. Рабство унак. Да я лучше брошусь на собственный клинок. Так, где этот краб-то, я понять не могу. Вармот не дает крепи процент, да? Ну ладно. Неважно. Тогда вдвойне хорошо. Не, ну 10%-то должен давать. Так, давайте проверим, давайте рассудим. Режим войны увеличивает на 25% награды и опыт за выполнение заданий, а также PvP-талант, работающий в открытом мире. Но можно ли считать репутацию наградой за выполнение заданий? Мне кажется, можно. Мне нужна цель. Так что, я думаю, все-таки дает прирост к репутации. Мне кажется, это достаточно логично, особенно. Это повышает ставки. Это было бы разумно сделать, потому что люди бы включали вармод и нарывались на проблемы. Эта тварь пригодится нам, если... Ей, 13-й месяц, назовем его Клинок. Займись. Давай, Сэндл Пейкс, вот тебе гусь, назовем его Клинок.
Блин, надо покататься на карусель ярмарки, правда. Чего я это вечно забываю сделать? Ну, перед мехагоном покатаемся. Так, надо мясо спинокрустов собрать. Я уж в сову превратился, совсем меня вштырило. Достаю. Слишком далеко. Так, спинокрусты, вот они. Так. У тебя, милая друид-эльфийка, становится накачанным самцом-медведем. В этом что-то есть. И тем более, ну, почему самцом-медведем? Медведицы или самки-медведи, они не особо сильно отличаются от самцов визуально. Более того, как-то не очень... Было бы приятно встретить и самца, и самку. Вспомните Ди Каприо в «Выжившем». Он как раз-таки самку медведя встретил, поэтому... Ну, можете у него спросить, чем это кончилось. Там такая сцена прям. Проблема только в том, что где эти спинокрусты? Сейчас вот всего два куска мяса, и, по-моему, это даже не 50%. Да. 36. Ну, вот элитного завали. Покажи, это самец или самка? Ну, знаю, Blizzard, это, скорее всего, наверное, что-то, нечто посередине. Что-то бесполое 12+. Исключительно. Просто символический какой-то медведь. Не-не-не, не дает репу Вармот, все время на нем катаю, так что проверена инфа. Мы живем только битвы. Очень странно, как это возможно-то вообще. Так, отлично, хватило. И даже червь не заглючил. Сегодня прямо идеально идут локалки, друзья. Вот, ну не знаю. Ну не дает, так не дает. Тогда вдвойне не понимаю, зачем его включать на высоком уровне. Ну фана только ради, естественно. Но на стриме от этого фана не получить. Хотя... Просто всегда на стриме проблема в том, что... некоторые вот прилетают тебя убивать, но почти никто не прилетает тебя защищать. Поэтому... Нам в этой войне пригодится любое оружие. Спасибо тебе. Да не за что. Не расстраивайся. Так, укреплен тайник, идемте. Сдадим это что-то. Так, здесь ловят свисток. Ой, нет, стоп, нам свисток-то не нужен. Здесь добежать пешком будет лучше. Так, я что-то слышал, что в Армоде, в Нажатаре больше активности, события всякие т.д. Ну, может быть, там квесты на Орду, потому что пару раз я их видел даже без учета Вармода. Какие-то квесты попадались в духе «убей там столько-то ордынцев, изгони их вон», поэтому «заработай столько-то очков чести», ну или как они там сейчас называются. Может быть, что-то тут и есть. Из всех кланов Анкоа лишь клинки волн решились атаковать Нажатар. Блин, ну куда сдавать-то? Еще выше. Так, где проход туда? Туда, видимо, пройти надо. Да, неудачное расположение непси. Вот тоже, смотрите, вот был бы у меня флаймаунт, я бы такой, опа, и наверх, и спокойно бы сдал квест. В итоге делать такой крюк, ну прям как в Сурамаре. Без полетов. Ты видел локалки с игрой в 3 в ряд? По мне, так очень странно добавлять вов. Ну, не знаю, с одной стороны, конечно, странно, с другой стороны, наоборот, разнообразие. Потому что вов, в нем много таких мини-игр уже накопилось за все время его существования. Что там, начиная от шахмат, заканчивая Plants vs. Zombies, целый уровень этого посвященный. Гексагон, всякие там вот эти вот три в ряд, пятнашки были. Да чего только не было. Наоборот, хорошо. Были вот квест на тотемы у шамана во плоти в Легионе. Я про него даже отдельное видео делал, что мне не хватило IQ, чтобы его решить.
Так, по, как по мне, нормально, нормально. Конечно, проблема таких квестов только в том, что когда ты делаешь изо дня в день эти головоломки, ну, тебя они уже начинают бесить. Они хороши вот так вот, изредка. Вот когда в Легионе вводили квесты Кирин Тора, много кто плевался от квестов Кирин Тора, потому что они были как раз вот построены на всяких головоломках, ну, как черепахи, собственно, в БФА. И там вечно приходилось что-то там с чем-то соединить, какой-то путь протоптать, куда-то там пролететь на пузырях и т.д. и т.п. У меня это не круто, когда каждый день это приходится делать. А так это хорошо, как мне кажется. Прилечу охранять за 250 голды в час. Ну как-то это маловато даже. Я бы брал больше на твоем месте. Типа 250 голды в час, это что, за один стрим 500 голды? Ну даже 700? За то, что весь стрим ходить летать? Как-то вы демпингуете цены. А так я ничего против. Головоломок не имею, наоборот, даже за. Мне нравится, что они существуют. Мне очень нравятся секретные вот эти вот квесты, которые в Вове добавляются, а которые даже не афишируются, их игроки сами находят, а потом разгадывают целым дискордом, ломая голову и брейнштормля все, что только возможно, чтобы получать секретных маунт. Это наоборот. Вот, выйдет видео про плюсы Вова. Может быть, такое вам и там кто-нибудь и мне упомянет. У него 350-й тим левел, походу. Так, сейчас вот я не понял, что это было. Что-то вот такое донеслось из чата, что-то вот... Я вот не понял, что это было. Вот, что это было-то? Вот, что было-то? Вот было-то чё? Какой 350? Чё было-то? Совсем не дело. Нужно выбрать цель. Так, всё, я пошёл убивать какой-то ледяной шип. Нет, 350 и там левел у защитника, поэтому дёшево берёт. А-а-а-а! Не, ну вы видели? А у меня 390... Нет, не сюда. We Love Games в сети. Вы видели, чё это было? Это 39. Ладно, я просто хотел похвастаться. Но мне нравится. Скоро это будет 400-й, вот увидите. 400-й. Вообще-то медведь дамаж. Я... Ну, потому что зачем мне переходить в кошку? Я медведя дамажу, потому что я беру, как правило, хоп-хоп-хоп, целей так 5-6, и мочу их АОЕ, и так это удобнее гораздо. Чем бегать в кошке и по одной раскладывать. Потому что у кошки АОЕ очень специфическая, скажем так. Да блин, вот вы понимаете, вот опять эта неловкая ситуация. Да, я такой тут сижу, пальцы гну. Вот у меня 398. А это даже не обо мне речь. Понимаете? Вот как выкручиваться из такой ситуации? Вот что можно сказать? В классике квесты ощущались скучными, потому что разнообразия особо нет. Там другой эффект работает. Там квесты, конечно, во много раз скучнее. Вот именно глобально. Но проблема в том, что в современном Вове ты делаешь квест за 5-10 минут и сдаешь его. Любой практически квест. Вот любой. А в классике ты берешь квест на каких-нибудь свиней, полчаса пытаешься к ним пробиться, еще полчаса убить этих свиней, полчаса бежишь с кладбища после того, как тебя эти свиньи убили. И просто у тебя за время одного квеста происходит какая-то куча приключений. Неловкая ситуация, когда опять Вов. Как ты, когда шпрота учить будешь? Привет, Скримпак. Я планирую завязать Вов с Вовом. Я даже, вот видите, сегодня анонсирую стрим не по Вову, который будет, скорее всего, в пятницу. Может и в среду, но в пятницу точно. Вот, поэтому... Это, да, неловкая ситуация, но мы ее распутываем.
Отступаем! Нужно подойти. Поэтому в классике глобально квесты хуже и скучнее, но из-за того, что там другой темп, они воспринимаются не так немножко. Я подберу тебе подходящего противника. Это такой вот дуализм бытия. Когда с одной стороны вроде как ты какой-то фигнёй занимаешься, с другой тебе это интересно, а одновременно с этим ты вроде делаешь какие-то крутые, классные, проработанные квесты, но озеваешь во весь рот. Как это происходит? Вот как-то вот так вот. Кстати, Орч, я думаю, можно было бы запилить ивент на стриме, не на весь стрим, на часик примерно. Суть ивент. Включаешь вармод и проверяем, кого больше, защитников или мешающих играть. Ну, неплохой ивент, и я возьму на вооружение. Но один раз мы как-то собрали пачку людей, пошли убивать Сильвану. И чтобы остановить, это было до выхода БФА, потому что я пытался остановить события БФА. Я хотел убить ее в Легионе, чтобы ничего этого не произошло. Чтобы не сжигали дерево, чтобы не убивали эльфов. Чтобы не творили фигню, чтобы бедного Бэйна не пытали, Сурфанга не выгоняли. Я все это пытался остановить. Так вот, как раз таки другие люди, другие, назовем их словно ордынцы, вот, они в этот... супротив нам собрали пачку, которая защищает Сильвана. И в итоге мы почти ее даже убили, поймите, мы почти убили. Но прибежали эти... Мне нужна... защитники Сильваны и в итоге остановили нас. Ну и что? Вы теперь довольны? Вот вы довольны вот тем, что происходит сейчас? Мы все это могли остановить тогда. Все это было закончилось. Блин, говорят, что за квесты с пэтами дают очень дофига репутации. Может, все-таки прокачать этих пэтов и разобраться? О, ничего себе, Аркадий, это ты! Это точно ты! Благослови тебя, Господь. Блин, это где-то было такое. Это ты! Это правда ты! Но где это было? А, нет, это ты, это правда вы, и всегда были вы. Да, это было на одной прямой линии одного известного стримера, которому звонят в эфир раз в год. Своими жалобами. Так если ты напал на Сильван до БФА, значит, это Альянс развязал войну. Это из-за тебя началась война. Нет! Я пытался остановить это все. Это создание. Это как, знаете, вот эти фильмы фантастические. О, квест на Медузы, ура! Контент. Вот, это как, знаете, вот эти фантастические фильмы, в которых какой-нибудь человек отправляется в прошлое, чтобы что-то предотвратить, какой-то очень... Ну, типа, помните, исходный... Нет, не исходный. Луперы, как они там назывались? Петля времени. Фильм с Брюсом Уиллисом и Гордоном Левиттом Джозефом. Вот, там как раз был фильм о том, что Брюс Уиллис отправился в прошлое, чтобы убить одного чувака, который станет главой мафии. И весь мир в итоге прогнет. И в итоге оказалось, что из-за того, что он в прошлое отправился, этот чувак и стал главой мафии и прогнул весь мир. Извините за спойлер, но фильму уже лет 5, наверное. Вот. Поэтому это из той же оперы. Я пытался остановить Сильвану и сам развязал войну. Господи, как же я не додумался до этого. Недавно качал альта в Пандарии. Там был квест про семью Тауренов. И в конце жена умерла при родах. Следующим кадром показали, как они сжигают ее на костре. Я заорала: «О, у вас говядина печеная на ужин. Я плохой человек?» Да не, это же эти персонажи в игре. Шо? Не обидятся. Мои дела говорят за меня. Уж над кем шутить, так это над вымышленными персонажами. Хотя бы. А то над реальными опасно нынче. Так, ты попал под действие Станда Gold Experience Requiem. Ты можешь пытаться сколько угодно, но никогда не удастся выполнить все локалки. Все будет по новой.
в этом реально. Это просто бессмысленно. Вот прикиньте, есть какой-нибудь человек в этом мире, который убежден, что если он будет делать локалки, он пройдет их все, и они никогда не появятся. Но каждый день он встает, глядит в окно Вова и видит, что локалки обновились, и вновь их делает, в надежде, что когда-нибудь они перестанут появляться. Марк, вопрос чутка не по теме, но как тебе i9-9900? 9900K? Почему не по теме? У нас все вопросы не по теме. Это нормально. Мне норм. Я понимаю, что я его не использую на полную катушку, но... Я вот, например, нагрузил на него стрим и повесил, в том числе, потому что... Конечно, в теории можно повесить на видеокарту, это будет даже лучше. Я, собственно, так раньше всегда и стримил, но у меня вечно бывают затупы, если вдруг вебка плюс игра какая-нибудь требовательная, начинает видеокарта задыхаться. А когда висит на процессоре, то ресурсов больше. Вообще, в сравнении с моим прошлым процессом, разница существенная. Несмотря на то, что я думал, что ай, там эти минорные обновления... Даже вот я склеиваю какой-нибудь стрим условный, и если раньше он рендерился столько же времени, сколько идет стрим, то есть идет стрим 4 часа, рендерится 4 часа. Сейчас, например, эти 4 часа могут рендериться час. Ну круто же, круто. Так быстро на Мехагон побежали. Там на Медузах, кстати, можно сразу на первый фиолетовый долететь до щекотунчика. Что-то лайфхак какой-то. Потом научить. И это супер тупо, ибо почему просто нельзя отправиться в прошлое второй раз и, зная это, сделать все нормально? Но если ты отправляешь в прошлое второй раз, значит, ты встречаешь там себя из прошлого. Но это в зависимости от того, какую временную теорию мы используем. О, как он сделал такую белую сову? Или это у Воргинов такая белая сова? Я тоже хочу белую сову. Это или надо в Легионе что-то поменять? Блин, белая сова очень крутая. Пойдемте за каруселями. Вот. То есть, если мы рассматриваем временную теорию о том, что можно отправиться в прошлое, не создавая параллельных вселенных, что с точки зрения физики невозможно, но тем не менее. Даже если это временная петля, допустим. Вот, которая замкнута и вроде как не нарушает. То все равно мы встретим себя тогда, еще одного себя, хотя это будет очень странно. Так, все, я побежал. Я скажу больше, я лайкал тебя с 3 аккаунтов, все твои ролики. Аркаш, ты что, играешь за Альянс? Альянс, ты сосед. Я вынужденный мер. О, смотрите. Это помните, я вам рассказывал, что мы сделаем игрушку? И можно будет рыбачить вот просто везде, где угодно. Это же супер круто. Надо будет обязательно ее сделать. Я не виноват. Они меня заставили играть за Альянс. Тебе что-то нужно? Так, ярмарка до Володи. Передайте праздничный сертификат. Да-да-да. Встречи. Так, а телепорт у вас же был за 1 серебряный. За 50 уже? Ну, вообще... Только можешь четко подробнее, как перенести нагрузку с видяхи на проц? Ну как в OBS, в, ну конкретно для стриминга в OBS просто выбираешь в кодировании, в настройках тот кодировщик, который тебе подходит. NVIDIA NVENC — это кодировщик видеокарты. Там какой-нибудь там AMD, я не помню, как он у них называется, это их кодировщик. Там X264 — это процессорский кодировщик. На самом деле стримить с процессора — это, конечно, шляпа, но просто моей видеокарты не хватает. Лучше, конечно, стримить с видеокарты. В обычной ситуации, когда вы просто бы играли во что-либо, у вас же не работает какая-нибудь веб-камера ORG параллельный, соответственно, все нормально у вас, ничего тормозить не будет, можно и стримить, и играть. А у меня вот такая вот ерунда. Человек-пушка. Так, наберите 5 очков. Подождите, у кого продаются купоны? Там какой-то гоблин стоит, насколько я помню. Или панда. Приветствую тебя. А, нет, панда стоит. Гоблин, значит. Или я это вообще выдумал? Или гоблин у Орды? Ладно, неважно, я поехал на карусель. Блин, такой классный музончик.
Ой. Это даже не музыка из игры, это музыка именно от... Ну, неважно. Как ты относишься к возможному сжатию максимального уровня WoW? Не вижу в этом особо смысла. Всем привет. Приятной игры, орк, а я спать. Спасибо, Виталик. Вот тебе гость сжатия. Чтоб спалось легче. То есть я не вижу особо смысла сжимать уровни. Это звучит логично с точки зрения того, что вот Blizzard же сжимали итем левлы. Почему бы им не сжать обычные левлы? Ну какой смысл, вот реально? Это тогда надо просто переделывать всю прокачку. От того, что ты их просто сожмешь, суть не изменится. Тебе все равно надо будет качаться, допустим, в классике до 30-го, в Outland'е, Нордсколе до 40-го, в каком-то там Пандарии, Шмандарии до 45-го, в Дреноре до 50-го. Ну, то есть, глобально ничего не поменяется. А, да, я что-то увлекся. Мне понравилось очень кататься. Поэтому не знаю. Вот если их сожмут и при этом прокачку тоже как-нибудь пофиксят, то будет совсем хорошо. Мы еще увидим Челорк. Все может быть. Лучше стримить со второго компа. Ой, ну лучше-то, конечно, но... Ну то ж шляпа. Два компа включать... Одним больше, одним... Такое, можно все в рамках одного. Я сторонник однокомпового стриминга. В принципе, если вам это интересно. Но со второго тоже можно, но мне не нравится. Мне даже не нравится чисто гипотетически, сколько места будет занимать второй комп. Это надо будет этот второй комп каким-нибудь там разветвителем подключать в один монитор, чтобы нормально было. Или вставить второй монитор под второй комп, но это тогда что, будет весь стол в мониторах? Короче, какая-то чертовщина. Так, куплю новую Нави всего 350 евро, а по силе как 2070. Новая Нави не на уровне 2070, она куда хуже и по памяти, и по мощности. Увы, на NVIDIA пока топ, и AMD еще не конкурент. Да не хочу я брать новую видеокарту. За такие деньги. Ну жесть, ну жесть. 60-90 тысяч. Причем разброс такой. Вот берешь 2080, да, это 65 тысяч. А 2080 Ti уже 100 тысяч. Что? А ничего ж там прирост сколько? 15%, 30%? Ну стоимость-то как-то... Вроде 50% добавляет. Чтобы каждый левел ты получил новую обилку, талант и т.д. Сейчас это происходит где-то раз в 2-3 левела. А сделать это просто. Делим все левелы на 2, получаем 60 левел на все дополнения, включая бафа. И... Ну и что изменится? То, что ты каждый уровень будешь получать обилку. Глобально-то вот в чем разница-то? Проблема-то не в том, что уровней много. То есть, возможно, конечно, новичков потенциальных пугает, что им надо прокачать 120 уровней. Не знаю, просто сложно себя поставить на место новичка, но... Глобально, если то же самое время будет занимать прокачка до 60 уровня, как она занимает сейчас до 120, то это шило на мыло. Это просто иллюзия того, что вроде как не так все страшно. Но все равно все страшно. А вообще назревает глобальная задница, потому что, ну, в плане техники, раз уж мы тут про видеокарты, вот это все. Ведь США там начинает воевать, торгово воевать с Китаем, и куча производителей железа начинают потихонечку отзывать свое производство из Китая, ну, хотя бы какую-то его часть переносить куда-то за пределы. Например, все консольщики, там, 30% своего производства пытаются сейчас из Китая вывести, чтобы там PlayStation, вот это вот все, Xbox, все это делалось где-то в другой южноазиатской стране. Ну, какой-нибудь Индии там, например, или еще что-нибудь. Вот. Что это было? Даже не заметил саба, и это после всех... Нет, скримпак, я подводил долго, это был сетап. Вот, и, соответственно, вся техника подорожает,
в ближайшее время возможно, потому что перенос это тоже займет, плюс у Маули другие страны там будет дороже, поэтому скримипак, вот тебе гусь. Игрушки! Игрушки! Поздравляем, скримипак. Видел как? Я не понял, а откуда этот звук идет? Что за информационная аномалия кричит? Для людей, которые считают, что жать это хорошая идея, просто прекращать твинка дрочить, играйте на качество персонажа, а не на количество. Да нет, ничего нет плохого в твинка дрочерстве. Но просто я вот реально не понимаю, это шил на мыло. Это все равно, что я вам говорю. Ребят, смотрите. Да в смысле? Это не смешно, я и не шутил. Гребаный Вов, хватит мои шутки уничтожать. Они еще даже не были произнесены, а ты уже их захейтил. Токсичный Вов, ты сам стал токсичный. Ты пытался бороться с токсичностью, но возглавил ее. Вот. Че хотел сказать? Что-то там было про шляпы, про возы. А! Вот это все равно, что я вам такое говорю. Ребят, смотрите. Киньте 500 рублей, да, мне на донат. Но это будет... Представьте, что это не 500 рублей, а 50. Вот представьте, чтобы... Ну, я понимаю, это звучит дерзко. Типа, киньте мне 500 рублей. Что это такое вообще? Это нормальные вполне деньги. Это, ну, это целый обед такой прям плотный в каком-нибудь относительно даже дорогом кафе. Это, ну, ну, неплохо можно и поесть на это деньги, и развлечения какие-то там... получить, там, в кино сходить с попкорном, между прочим, ну вот, за 500 рублей. Но я вам говорю, ну, я понимаю, это проблема, вам не хочется тратить 500, поэтому представьте, что это 50. Чтобы вам было легче это отрывать от сердца. Некуда класть. И вы такие, а-а-а, ну, это совсем другое дело. И кидаете 500 рублей, и такие сидеть довольные. Мол, ну я ж не 500 кинул, это ж 50. Да, ведь это 50. Вот, это примерно из той же оперы такой. Ну вам же не надо качать 120 уровней, ведь их всего 60. Так, ладно, я пошел мото-яйца уничтожать. Так, стоп. Нет, опять никто не принес эту краску. Да господи, самый душный рарник всего, всего мехагода. Слишком далеко. Всем так лениво закупить эту краску, но и мне в том числе. Я тоже не хочу отбиваться от толпы, буду стоять ждать, когда кто-то принесет. Нет, мы даем 500, но ты карандашом зачеркиваешь нолик. Новые игрушки! Что это вообще происходит? Новые игрушки, говорил Тухлопус или Гнилодыр из ЦЛК. Почему я слышу этот голос? О! Ну вот, наконец-то кто-то активировал этого рарника. Давай тебе лучше 50 кину, а ты представишь, что это 500. Ну это вот из той же оперы. В общем, надеюсь, вы поняли, что проблем прокачки... Это не исправит, если не, если они не планируют исправлять проблем прокачки. То есть если они сожмут уровни и при этом, например, сделают так, что можно не идти вот так вот через все зоны. И сейчас уже не надо идти через все зоны. Ты, например, можешь пойти только в Лич Кинга, но не идти в БК, только в Пандарию, но не идти в Катаклизм. Но если, допустим, ты можешь там выбрать какой-нибудь один условно путь и по нему дойти до хай-левела... Или любой другой, ну, в общем, чтобы были альтернативы нормальные для прокачки. Тогда в этом будет смысл, мне кажется. Ну, может быть, я просто не прав. И на самом деле людям и правда важно, чтобы вот уровней было вот не 120, а 60. И у всех будет иллюзия, что вот они избавились от всех проблем. Это же тоже возможно.
Я помню, я как-то один раз одному своему знакомому делал аватарку для форума. Ну, сейчас алды пустят слезу, потому что не все застали, что существовала такая вещь, как форумы в свое время, на которых можно было общаться, когда не было никаких контактов и т.д. Ну вот, я делал однажды своему товарищу аватарку для форума. Вот я ему присылаю одну из версий, говорю, вот, смотри, ну как тебе? Он говорит, ну типа, ну что-то не очень, надо что-то, мне кажется, сделать так, чтобы было вот это, не мог бы там вот это передвинуть немножко и вот это вот поменять. Я такой, ну хорошо, ладно, давай, сделаю. И беру ему эту же аватарку, отправляю второй раз. Ту же самую. И он говорит... О, ну вот теперь совсем другое дело. Спасибо тебе большое. Слушай, вообще вот классно стало. Вот на этом моменте я понял, что в принципе, иногда можно что-то выдать желаемое за действительное каким-то образом. Да, и можно вот взять, поменять 120 левел на 60-й. И все скажут, проблема решена. Ах, ах, я так курсач сдавал. Ну так, кстати, очень часто делают в универах. Типа, я исправил, что упросили. А, да, отлично, ну все, теперь принимается с работ. Может, это и мелочь, но ты недооцениваешь тот факт, что что-то новое будет раз в левел, а не в два. Внутренний перфекционист должен радоваться. Не знаю, не понимаю все равно. У меня не 6... Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36, 46. 46 скиллов, и то куча пассивных, и куча добавляется на одном там уровне. Вот как вы эти 46 скиллов размажете на 60 уровней тогда? Все равно же будет не каждый уровень. И получается, что эта замечательная система не совсем работает. Короче, я не понимаю эти ваши сжатия уровней. Пока не понимаю. Мне кажется, надо не уровни сжимать, а что-то с прокачкой придумать. Потому что, ну, она перегружена сейчас, и правда. Они, более того, они и так достаточно такую перегруженную прокачку перегрузили еще сильнее после того, как сплющили уровни. То есть, если раньше можно было взять какого-нибудь персонажа, качнуть его быренько все равно, относительно быренько, то когда ввели скалирование, уже и эта вероятность, эта возможность, вернее, пропала. Веревулфос, спасибо большое за 5-й месяц Prime Sub'а. Так, ну что ж, вот тебе гусь. Так, сплющить. Его зовут Гу. То есть я его сплющил немножко и убрал лишнее. Поэтому это Гу, а не гусь. Но он твой. Спасибо. Почему ты забросил ванилу и стримишь никому не нужны БФА? Ну потому что это, во-первых, бета-ванила, что мне там делать? Я хочу играть в настоящую ванилу, а не в ту ванилу, которая обнулится через... через неделю она обнулится. 15 июля завершится бета-тест. Все. А в актуале я прогресс получаю. И сохраняется он за мной. Понимаете, это приятное чувство прогресса. Ты вроде что-то делаешь, вроде чего-то достигаешь, и вроде оно с тобой. В 9.0 же, помимо сжатия, мы пробыли в стазисе. 15 лет, школа классов изменилась, и теперь на каждом уровне будет что-то новое давать игрокам. Но это учитывая, конечно, странную вот эту теорию. Я не знаю, в общем, сейчас какая-то истерия идет массовая, вот этих вот теорий на тему. Я никогда такого не помню. Вот сколько я застал релизов дополнений, а я застал катаклизм, соответственно. Ну, имеется в виду новые дополнения, когда они выходили. Что я застал? Катаклизм, панды, дренор, легион. Вот это вот все. Никогда такого не было, чтобы вот столько ходило каких-то спекуляций вокруг, чтобы какие-то вот эти теории набрасывались одна на другую.
утечки. Знаете, в мое время были такие приколы. Обычно не троллили вот образом таким вот, как сейчас, что берут и пишут целую вереницу каких-то изменений. Обычно в мое время троллили другим образом. Делали какой-нибудь логотип World of Warcraft как-нибудь. Там, например, берешь логотип World of Warcraft, раскрашиваешь его в цвет, которого еще не было, например, фиолетовый. World of Warcraft никогда не был фиолетового цвета. Пишешь что-нибудь внизу, там, в духе Rise of, там, какой-нибудь, там, Naga Empire, что-нибудь такое. И фоткаешь этот логотип со своего мобильника. Вернее, фоткаешь на свой мобильник со своего монитора. Как будто бы это не просто картинка, а ты где-то ее подснял. Вот ты такой прокрался в эти офисы запрещенные, близовские, и там подснял. И вот в таком случае вот все такие сразу начинали: «Господи, это точно новый логотип Вова, он выглядит просто, ну это кто-то его явно подснял». Где-то в секретных офисах. На самом деле так троллили с Bloodborne вторым не так давно. В общем, вечный троллинг, вечный. А сейчас что-то набрасывают. Ни разу не было столько спекуляций. Как же самая шумная теория по поводу будущей расы SpongeBob Arena? Все будет. Я вам говорю, точно их ведут. Вот, поэтому уникальный случай, можно так сказать, в истории Вова. Столько спекуляций еще ни разу я не видел. Разом. Обычно на них реагируют как-то всегда спокойно, в духе... ну, какой-то вброс, да-да, держи в курсе, там, ага, кто в эту хрень поверит, да, мы что, дебилы все, что ли? И давай гуляй, и бан на форуме, что-нибудь в таком духе. Обычно это так происходило всегда, а сейчас что-то... Все эти СМИ берут, эти блогеры, вот эти хайпажоры вонючие, берут эти все вбросы, пишут какие-нибудь заголовки в духе «Новое дополнение, Вов, 100% факты, только здесь заходи на видео!» И набивают себе трафик. Игрушки. Так, соливай, ой, солеплюй. В общем, мне кажется, просто время такое, время, когда все хайпят. Поэтому любой повод для хайпа обхайповывается еще сильней. Понимаете? Видимо, совпало куча всего. Ржавый болт снова выстоял. Так, ржавый болт выстоял, это замечательно. Давайте поговорим с каким-то пиратом. Это... Да откуда этот звук? Кто-нибудь может мне объяснить, что за информационная аномалия кричит? Добудьте сумку с сокровищем Муру. Так, и где у нас тут сундук валяется? Так, к сожалению, похоже на правду. Хотят убрать фракции, потому что Альянс сосед, и за него никто не хочет играть. И мы так уже бонус 25% сделали. Я не... Понимаете, в том вбросе, который с Реддита, там, по сути, подменяются просто одни фракции на другие. Не Альянс и Орда слились воедино, а Альянс и Орда слились воедино, и появились еще вот эти ксалататы. И ты можешь, а-ля, вот, будучи игроком, делать выбор, за кого ты сам топишь, за... Союз, Альянс или Орды, назовем его условно, Альда, или за вот этих вот сумеречных мутных чуваков. То есть, по сути, все равно две фракции. У меня нет цели. Так, я все, сундук забрал, ну ладно. Как ты можешь разговаривать подряд так долго? Ты даже подышать не останавливаешься. Наоборот, хорошо, что есть у нас какая-то тема, за которую можно зацепиться и говорить. Наоборот, хуже, если нет такой темы, и ты такой сидишь. Больше не унесу. Ну чё, убиваем Наг, да? Так, убил одну. Вторую. Выше ответ, забыл тег.
Информационные аномалии 65-55, призывные аномалии КС, в которых сыпятся проекты, чертежи и детали. Чё? Ничего не понятно из этого. Что это за информационные аномалии? Кто это? Что это? Это человек, это... Это Супермен, самолет. Все равно Альянс сосед, конечно. Но это было бы, с другой стороны, красиво, если бы Battle for Azeroth оказался вот... Вот все, когда выходил Battle for Azeroth, поделились на два лагеря. Первые говорили, ну, наконец-то, мол, дополнение, посвященное только конфликтам Альянса и Орды. Вот, ну, сколько можно? Но это же очевидная идея, почему этого никто еще не сделал. Сколько можно ждать? Наконец-то Близы это реализовали. Наконец, дух Варкрафта, вот это вот все. Вторые, наоборот, воспротивились и сказали, мол... Ой, что за бред, Альянс Орда... Да вообще-то вы только что... Вы уже столько раз сотрудничали, столько раз друг с другом это... В десны жахлись, что теперь уже все, нельзя вам вместе никак кооперироваться и... Ой, в смысле, нельзя вам уже разделяться и воевать. Это выглядит глупо, это выглядит тупо. Но может быть от счастья, может быть от счастья. Задумка дополнения в том, чтобы и правда как-то решить проблему фракций. Но все равно это выглядит слишком фантастично. Эй, как дела? Такс. Пока! Этот квест сдали. Кстати, хорошо, что мы сюда зашли. Я бы так этот квест не нашел никогда. Так, возвращаемся с Вистулей. Добрый вечер, отче. Добрый вечер, чатик. Что анонсируем? Я опять все пропустил. Анонсируем, ну, этот стрим в пятницу по Heavy Rain или Sinking City. Опрос будет в группе и в сабовском дискорде, где вы там тусуетесь. Я уверен, что на фоне разочарования БФА и таких сочных сливов у народа ожидания взлетели до небес. И если на близко-не близы не выйдут с козырей, люди могут еще сильнее разочароваться в игре. Ой, блин, ну это на самом деле очень смешная ерунда. То есть, прикиньте, вот все эти вбросы... Все эти вбросы, плюс то, что там навыдумывали сами игроки, в итоге сейчас может сыграть еще и, наоборот, худшую карту и... Blizzard в итоге выхватят волну хейта, потому что люди сделают не то дополнение, которое они бы хотели, чтобы они сделали. То есть, может, все вообще абсурдно закончится. Это... Так, ну, в общем, посмотрим, как оно будет. Мне очень интересно. Я уже... 100 раз повторял, но этот BlizzCon будет легендарным, очевидно, потому что Diablo 4, возможно, Overwatch 2, на этот счет я не уверен, потому что, ну, вроде как слухи имеются, но для меня выглядит странно делать Overwatch 2. Очень странно продолжать сессионную игру. Хотя там слухи гуляют, что это будет какое-нибудь синглплеерное нечто, но тогда при чем тут Overwatch 2? Ведь 2 подразумевает продолжение. Или и обнуление в какой-то степени предыдущей части. В общем, очень странно это все. Вот, но тем не менее, новое дополнение WoW'а... В общем, нынешний BlizzCon будет эпичным. Нельзя его пропускать. Обязательно надо посмотреть. Да и я и так смотрю каждый BlizzCon, так что... В принципе... Не пропущу. Как мне тот сотрудник Blizzard, которого уволили, рассказал, что в 9.0 все роли, танки, хилы, ДД сольются в одну. Так, чем БФА, разочарование БФА? Я никогда не понимал скулежа по поводу аддонов. В каждом было что-то хорошее, мне только Пандария не нравилась из-за упрощения ветки талантов. Так Пандария не нравилась или упрощение ветки талантов в Пандарии? Это даже гораздо вещь. Не знаю, я не приверженец хейта БФА. Мне БФА норм, но это просто во многом связано и с тем, что у меня вообще... Взгляд на WoW сейчас немножко иной. Я не рассматриваю WoW как единственное свое развлечение.
на все 100% моего свободного времени, поэтому меня не особо напрягает проблема БФА, но они есть определенные. Я о них в ролике тоже упоминал на эту тему. Что не очень получились вот эти обновления, ой, эти... Не обновления, обновки, но новинки, вот эти вот ключевые механики, которые БФА привнес. Экспедиции там всякие, фронты. Кстати, героические вроде должны были открыться, надо будет сходить посмотреть. Вот, вот в этом плане, конечно, да, у БФА проблемы определенные. Ну и плюс, БФА очень блекло смотрится на фоне Легиона, потому что Легион был эпиквином, а БФА во многом повторяет Легион. И просто оказалось, что по второму кругу людям не очень интересно то же самое. Не туда тащишь кабель. Да я уж понял, когда пробежал здесь. Rage 2 его называют в офисах компании сами разрабы. Никакого официального названия нет. Может и так. Так, блин, куда его тащить-то? Притяните альфа-кабель к альфа-пилону. Сейчас. Давайте разберемся. Ой, вот в этом, конечно, проблема. Когда стримишь, не всегда можешь сосредоточиться на квесте и понять, что от тебя требуется. Вот. Мне лично нормально. Игры БФА делал там, что хочу. А, вот альфа-пилон, видимо. Или не... Да, это альфа-пилон. Все, альфа-пилон. Так, теперь следующий к бета-пилону. Это уже вот сюда. Мне нравится БФА. Если бы я проспал Легион, то я вообще БФА бы лучшим дополнением назвал. Но, к сожалению, я не проспал Легион. А так, без Легиона БФА. Приучить, что он обузит те же самые механики во многом, что и Легион. Визуально БФА, и визуально, и там музыкально, и по всем вот этим вот составляющим БФА намного более приятное дополнение, чем был Легион. Мне не очень нравится вот эта тема демонов, когда все зеленое в скверне. Мне нравятся спокойные зоны, красивые, классные. Так, как бы протянуть-то теперь его туда? А, вот, сюда. Даже не наверх. Можно вот прям тут оставить. Так, отлично, будет свет. Электричество появилось. Вот, поэтому я тоже не сторонник хейта БФА. Поврежден диск с данными. Но здесь какого-то должно падать утилькхаундера. Мне говорит по побойке. Вообще топовая зона. Это гениально. Гениально сделать локацию в помойке. Что может быть круче? Еще и такую красивую. Такую оранжеватую, как я люблю. Вот все, как я люблю. Так, поговорите с 4 и идти. Минхагон мне очень нравится. Нажатар скучный визуально. Прям вот не мое. Не люблю эти подводные темы, рифы. Вот это вот все. Так, что, где, где рарник? Опять чем-то его надо высасывать откуда-то, каким-то вантузом. Зачем нужна репа на ЖТР и Мехагон? Полеты открыть. А летать надо. Без полетов-то вообще невозможно существовать. А альтов качать так совсем издевательство. Поэтому ждем, ждем. А вот эта информационная аномалия. Ах ты гадина. Не давала мне жить спокойно. Так, опасность. Обнаружена информационная аномалия. А, тут по квесту ее еще надо уничтожить.
Так и хрепа не нужна. Здрасте, приехали. В смысле не нужна? Смотрите. Первопроходец. Battle for Azeroth. Часть 2. Видите, три ачивки и ржевоболтское сопротивление. Так, нет, вы не видите. Вот вам лупой. Ржевоболтское сопротивление. Почтение. Анклав. Ой, Анкоа. Почтение. Эти вот серым по серому, конечно, не очень выглядят, да, но... Но буквы достаточно русские. Так. Я до сих пор не сделал этот квест, где надо собрать утиль. Я вообще ничего не понял. Там какой-то мусор надо собрать. И из этого мусора что-то сделать. Соберите утиль, чтобы изготовить связку деталей для переработки. Как это вообще выглядит-то все должно? Утиль. А нет, это рыба часовой. Это не утиль. Помогите этот квест сделать, ей-богу. Но во входе его нет. На форумах что-то непонятное пишет. Все, что я понял, что надо какой-то хлам собрать и... И все это объединить во что-то. А как это делать, я... Какой хлам? Где хлам? Откуда его брать? Что, где, почему? Надо этот квест сделать. Он у меня висит уже который день. Это явно не дейлик. Аддов убиваешь тут. Просто бей мобов, падают пружины. Kill mobs in the area to get junk. О, ну все, наконец. Ну вот сложно вам было на английском все объяснить. Сразу понятно. Хорошо, пробуем. Это дейлик. Да нифига это не дейлик, он у меня уже неделю висит. Дейлики вроде как сбрасывают каждый день. Где в инвентаре хлам этот? Пружины, шестеренки, просто собери. Ладно, сейчас помониторим. Сначала нужно выбрать цель. Так, пружина, видите? Пружина. Сейчас. Пружин. Объединить 30 закаленных пружин, 10 закаленных обшивок. И 5 фрезеровочных, понятно, у меня недостаточно этих всех штук. Все, понял. Ладно, тогда фармим, у меня не хватает, не хватает. Кстати говоря, а есть объяснение тому, что зандаларские тролли могут быть паладин? Наверное, какой-нибудь есть. Я давно уже проходил цепочку зандаларов, уже забыл все. Только помню Таланже, Вон Самди, вот это все ключевые их интриги. Растахан, который там мамку продал как блогер. Ой, в смысле, дочку продал как блогер. В общем, такие пироги. Да и какая разница, скоро уже все будут всеми. Вы что, забыли? Все сольют, все сольют. Все сольют, а что не сольют, то сожмут. 9-0. Так. Одним меньше. Еще как мало падает. Гелик, спасибо большое за 20-й месяц. Вот тебе гусь. Так, Геликс, Гелий, Геликс, Гений, Геликс, Гексель. Гебель. Гебель. Нет, нет, это точно не в ту степь. Гекса. Гекса... Сейчас. Как эта фигура называется? Геха... Галевикс? Галевикс, да, Галевикс. Да, Галевикс. Давай Галевикс. Отлично, спасибо. Чату за подсказку. Галевикс отличный гусь. Прям великолепный. Я бы сам такого хотел. Привет, хотел бы увидеть новую локацию в японском стиле с новой экипировкой. Ну, кстати, если задуматься, то... Если задуматься, то, по сути, наверное, в Вове, не знаю, по-моему, еще не было ничего японского. Ну, вот прям как Ханамура в Overwatch, помните? Там прям японская-японская карта. А вот в Вове есть китайские локации, скандинавских полно. Даже славянские какие-то есть.
пандарены, но они китайские по большей степени. Хотя тоже непонятно. Может, считать, это собирательный образ всех азиатских культур. То есть мне что-то на ум не приходит ничего такого, чтобы это было похоже на... Даже Египет был. Даже Египет уже был. А Японии не было. Как так-то? Как так? Сначала нужно выбрать цель. Она же не сильно от пандаренской будет отличаться. Ну, тоже верно, с одной стороны, все эти пагоды. Ну, надо полетать по Пандаре. Если там есть сакура где-нибудь, то все. Точно вам гарантирую. Не достаю. Слишком далеко. Теперь даже есть локация Терминатора. Нет. Свалку было, это прям идеально. Мне очень нравится Мехагон. Несмотря на то, что я не люблю роботов в Вове и вот этих гномов не особо чту. Тем не менее, Мехагон мне нравится. Марк, согласен ли ты с тем, что истинные ордынцы и подлая нежить — природные враги, и что, отрекшись, надо в шею гнать из Орды вместе с их Сильваной, чтобы они чумой не загадили весь Азерот? Я считаю, что надо Сильвану гнать из Орды с какой-то шайкой отрекшихся, которая вот фанатеет от вот такого безумства. Наверняка среди отрекшихся есть и адекватные отрекшиеся, которые могут остаться в строю. Но я думаю, что надо что-то с этим решать. Нам все обещают, что Морали Грей, Сильвана там не горош, Сильван не горош, но каждый божий патч она становится все большим горошем. Там целый лес сакур этих, где на драконах летать учат. Нефритовый лес, он же весь зеленый. Хотя, может, я уж забыл его. Так, Ставрх, что ты без вармода? Я бы сейчас бы тебя посливал. Ну, так, чтоб ты обломал все. Вот почему. В общем, мне очень интересно, как развяжется вот этот вот запутанный клубок интриг, связанных с Сильваной. Потому что пока все идет к тому, что реально закончится все как с горошем. Слишком далеко. Но с горошем все закончилось не самым лучшим образом, по всем параметрам. Горош так-то был нормальный, адекватный относительно вождь. Ну да, немножко безумный, да, но местами прям совсем уже под конец стал дико безумным. Еще и соплей этих черных на себя накинул, и в итоге все, пожалуйста. Поплыл головой. А так, в какой-то степени, были в его действиях, в его ранних действиях какие-то... Какой-то смысл. Ну, сжег Тирамор, ну, нормально. Ну, Керна убил, конечно, тут не очень хорошо. Ну, достаточно был нормальный вождь. По крайней мере, знал, с кем нельзя дружить. Именно с Альянсом. Но безумие его куда-то завело совсем далеко. Так, сколько у нас всего этого добра? Нужны закаленные обшивки, нужны еще пружины. У меня именем короля Мехагона! Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Так, комикс был. Одну отрекшуюся сделали какой-то святой, она больше не тухнет. Наверное, ее сделают лидером отрекшись. Это вы про Минитил? Эту сестру Артаса. Ну, она, да, она такая мощная чвих. Только если Волджин перед смертью успел Сильване рассказать будущее, которое ему сказали духи, и Сильвана вынуждена все это делать, не говоря, чтобы не поменять его. Ой, я не верю, что Волджин такой говорит Сильване. Сильван, слышь, будущее там очень-очень мутное, поэтому записывай, что тебе первым делом надо сделать. Сжечь Тельдрасил. Это очень важно для будущего. Если у эльфов будет их столица, то будущее все под угрозой. Обязательно надо прикопаться к эльфам. Обязательно надо сжечь их дерево. И обязательно это должно выглядеть в ролике «Лики войны Сильвана» так, как будто ты психанула и как сумасшедшая вообще себя повела.
Очень странно. Очень странно. Как-то не вписывается в концепцию «это все ради светлого будущего». Потому что, когда ты сжигаешь святыню целого народа, которая одновременно с этим является их столицей, ну, очень сложно убедить всех, что ты это делаешь из благих намерений, особенно этот народ. В конце концов, кто мешал, там, допустим, собрать какой-то круглый стол, типа «Альянс, товар, да, давайте сядем, поговорим, значит, смотрите, ребят, в вашем Тильдрасиле живет очень вредный древний бог, и если мы не сожжем это дерево, он пробудется, уничтожит весь мир». Для чего еще надо было сжигать дерево? К примеру, кто-то бы захватил дерево и качали бы из него силу. А нельзя было подготовиться к тому, чтобы придут захватчики дерева? Нельзя было как-то эвакуировать людей с этого дерева, а не сжигать там половину заживо? Там же даже квест идет о том, что ты, типа, спасите там 100 эльфов, а ты успеваешь спасти только 10. То есть тебе даже сам квест намекает на то, что у тебя большая часть этих эльфов там сгорела заживо в этом Тельдрасиле. Очень странно. И вот эти вот копошения Сильвана там в поисках бессмертия для отрекшихся в Легионе тоже как-то не очень выглядит как важная цель, которая поможет всему миру. Поможет отрекшимся, да, всему миру, но как-то не очень. Всех не спасти, Орч. Да, ну вот смотрите, сколько времени прошло. Кто-то напал на дерево, кто-то качает из него силу. Нет, за вот прошедшее время уже можно было бы и всех эльфов эвакуировать, и новый Тильдрасил им построить. Мне нужна цель. Поэтому все равно выглядит очень как-то за уши притянут. Так, 27-8, еще чуть-чуть осталось. Много интересных вещиц. Так, в общем, звание «Самый душный квест Мехагона» теперь отдается вот этому вот заданию, где надо фармить эти запчасти. Так, какой совет? Думаешь, все равны? Орки не слушают Саурфанга, не слушают Сильван, Турен не слушают Бэйна, не слушают Сильвана. Иначе ты думал, почему они были вынуждены противостоять Сильване скрытно? Ах, wait a second. Так это тут вообще при чем? Вот представьте, что вы владеете информацией какой-то очень важной о будущем, и вы должны предотвратить глобальную задницу. Но если вы себя ведете так, что против вас начинают не только чужие все восставать, но и свои, то это, мне кажется, будет вам мешать реализовать ваш план. Вот вы такой избранный, вы такие несетесь. Вам надо выполнить определенную последовательность действий, чтобы всех спасти. А при этом какие-то сурфанги начинают там беситься рядом, какие-то бейны бунтовать и т.д. и т.п. Мне кажется, это будет мешать очень сильно. Мне нужна цель. Так, все еще 27 пружин. Ох, не падают они. У интенданта Мехагона продается АОЕ-сущность для сердца. С ней будет проще выполнить подобный квест. Надо будет, видимо, купить. Расстройка новой Тельдрасила это экономически невыгодно. Так, ладно, вы опять натягиваете на сову глобус. Вы говорите, что, наверное, Тельдрасил его надо было сжечь ради какой-то великой цели. Но ничего даже косвенно в эту сторону не говорит. Кроме того, что типа Волжин что-то шепнул Сильване на ух. Нужно подойти поближе. Он ей, по сути-то, и шепнуть ничего нормально не успел, а уж явно бы не расписал ей целую вот эту последовательность в духе «Сожги Тельдрасил». Начинаю враждебные действия. «Взбеси Андуина». «Арестуй Саурфанга», «Арестуй Бэйна». Постарайся от них избавиться, чтобы в последний момент их спасли. Как-то вот выглядит, как-то все это очень-очень натянуто. Так, Альянс пришел в Гримар из Пандарии, Орда пришла в Тельдрасил, БФА, все по-честному.
Грымар, Пандарий. Да при чем тут по-честному, не по-честному? Мы о другом говорим. Мы говорим о том, что якобы Сильвана все это делает ради чего-то очень важного. Они, я не против того, чтобы вы сжигали Тель-Драсил. Если сюжетно это будет хорошо подкреплено и обосновано, то я буду даже очень рад. Так. Чё это? Я буду даже очень рад, если вы сожгете Тель-Драсил, это будет выглядеть нормально и в тему. В данный момент это выглядит ненормально и не в тему. Все друга грумили, у меня есть множество... И все еще пока нету никакого это объяснения внятного. Ну вот этому все, не только Тель-Драсил, но и все безумство Сильван попадает под эту категорию. Потому что якобы все решает только Сильвана единолично, мол, она тиран, хотя на деле Орда это союз. Если Сильвана упоролась, нужно просто ее нафиг слать и делать импичмент. Где все это? Так я бы вот это и поднимал в видео, что какого хрена все должны идти за Сильваной? Да всем плевать на эту Сильвану, если она начнет бузить. Кому какое дело до отрекшихся, если в Орде есть еще... Орки, таурены, тролли, пандарены, в конце концов. Им плевать на отрекшихся. И их не интересует то, что те там хотят как вот бессмертие и прочее. Это вообще их локальные проблемы. Из-за этого не должна страдать вся Орда. Не жалей, Полироля! Не импичмент, да. Какой-нибудь бунт поднять на вилы, вот и все. Привет. Как это было с Горошем. Его же подняли на виллы, и никто даже особо... Были вот эти каркронские, или как их там звали, орки, которые еще за Горош топили, да? Но остальные все более-менее пошли за Волджином и нападали ему по шапке. Так, Мехагон, что, мы тоже весь сделали, что ли? Давайте сверим репутацию. Фига сегодня... 7800. Нет, ладно. Это получается мы 2000, что ли, за день сделали и там, и там. Это значит, по моим расчетам, еще 3 дня. Если каждый день по 2000, то 3 дня и полеты в кармане. Господи, да мы что, мы можем закончить с Воум на этой неделе и спокойно перейти к чему-нибудь другому. То есть это анонс стрима не по Вову, уже легально. Гениально. Пожалуйста, уточните запрос. Так, и ящики запчта создаю, чтоб меньше места занимало. Если машина времени есть, иди в альтернативный мехагон, там 3D-элика. Это я не знаю, что это. У меня много интересных вещиц. Тебе нравится? Может есть, может нет. Maybe. Может дождь, может снег. Давайте вообще посмотрим, что у меня в луте. Мини-азерот, набор новичка. Так, коллекция мини-азерот мехагон. Добавляет в вашу коллекцию мини-азерот фигурку Изиры Верностальки. Ладно, хорошо. Добавляет в вашу коллекцию фигурку Газлоу. Ключебот. Изира Верностальки. Если ты еще тайных рарников будешь бить, то вообще завтра закончишь. А как их? А где их? А шо? А ка? Почему? А какие рарники тайные, а какие открытые? Ой, кстати, мне надо к магу не загонять. А, нет, не надо. Я это все активировал. Так. Шня, выбили из клея. Как-то быстро идем. Прям быстро. Реально 3 дня, по моим подсчетам, и у меня полет в кармане. И может не играть Вов. Я буду свободен. Великолепно. Приветствую, чат. У меня сегодня ДР. С днем рождения. За битвы с экзотическими питомцами дают 250 репы. Я не против, но у меня нет нифига. Давайте попробуем. Ладно, давайте сгоняем. Сейчас. Заодно быстро всех воскресим. Так, давайте попробуем, кто там... наверняка будут какие-нибудь механизмы, кто против них роляет по иерархии питомцев Вова. А если монитор перевернешь и только на мышке играть будешь, то вообще сегодня закончишь.
Ну, умом тронусь точно. Почему у тебя на футболке верблюд? Это утонувший олень. Не олень, а лама, лума. Нет, не лама. Господи, как лениха. А-а-а, выпал из головы. Обе полярненько с нами летать. В общем, вы поняли. Потому что мы в Нажатаре под водой. За Варкрафтом особо не слежу, как и за тобой особо по будням. Это типа новый патч. Да, ноунеймер, спасибо, что уточнил, что ты не следишь ни за Варкрафт, ни за всей этой смертной чушью, включая меня. Линесса, Дельфин, Косуля, Морал. Раскачай Дон Рейер Скан, Нажатар Мехагон, бей всех раров, кто кого, кого покажет. Так, все изделия, номер 35. Ладно, попробуем пингвин. О, против механизмов, отлично, повышенный урон. О, шикарно против механизмов. Так, плюет в цель. Блин, надо сначала было заморозить, не та последовательность. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну сейчас пингвин отправится уже далеко и надолго. Так, Рагнарош, давай, Рагнарош. Ну, умри, насекомые! Ушки. Так, все. Сейчас подпалим ему. Неплохо, неплохо. Кстати, вжарило. 886 единиц урона. Ядреть, он кританул. Что-то прям жесть какая-то. Вы видели? Что это легально вообще? С меня уничтожили? Нет. Так. Норма. Давайте его подпалим под конец. Если я выживу... Рагнарок! Ладно, надо его замораживать. Нет, надо бить на полную, бить. Это тем более... Да! Нифига! Нет! Какого хрена? Ах ты... Блин, у него... Нет, 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 кротыш, кротыш, это же кельтузедыш. И как мне его теперь убить? У меня скиллов даже нет. Ну чё ты воскрес-то толку? Ты бить не можешь. Дурак, господи. Ну ты что-нибудь можешь сделать вообще? Вот ты олень. Давай, держись, держись. Почему его нельзя вот так вот зарубить? Просто вот завалить его как свинью. Сначала нужно выбрать цель. Ладно, короче, что я понял. Сильные стороны моего сетапа Рагнароша. Старые, ой, эти плохие стороны моего сетапа Кротыш. Давайте заменим Кротыша на ящера, например. Жабный, Можно, например, еще одного огненного оставить вместо пингви. Все, надо просто Рагнароша воскресить. Как бы его воскресить? Вот как бы его воскресить? Или может пойти сейчас с жабой и духом огня и ископаемым детенышем? Игрушки! Ладно, попробуем так, а потом воскресим всех вместе, если вдруг что. Так, жертвенный огонь. Прижигание. Восстанавливает здоровье. Так, противник горит, получает урон. Ну давайте, начнем с поджигания. На 4 раунда. Так, хорошо, хорошо. Теперь вжарим ему. О! Ну он очень не любит огонь, я смотрю. По механизмам самые хорошие пэты элементали. Ну, видите, вот элементаль. Так. Нормально, нормально. Еще один раз успеем вжарить.
Так, все, пандаринский дух огня отправляется погулять. Выходит, ящер или... Ладно, давайте ящера оставим напоследок, потому что он может воскреснуть. Выходит лягушка на курьих ножках. А, рой мух. Рой мух. Что он делает? Наносит каждый раунд. Обдает водой. Вообще механизм должен от водой-то... От воды-то как-то... Блин, я бы мог... Я бы мог лягушкой подхиливать всех остальных. Да нет у меня ваших этих анубисатов, валькир и прочего. Нет у меня их. Что, их рожу, что ли? Я понял, что это супер сетап здесь. Но у меня-то его нет. Так, все, лягушка. Давайте теперь ящер. Короче, тип нежить, тип животное. Не знаю даже, чем лучше бить. Давайте бить просто на максимум. Так. Бьем. Не сдаваться. Так, сейчас мы убиваем. Нет, почему-то не мог так ретануть-то нормально. А, нет, он сдох. Все, хорошо. Сейчас он воскрес. Но это пока ничего не значит, потому что мы-то тоже можем воскреснуть, но мы будем бить. Так, неплохо. И давай. Новые игрушки. Да ну хан! Нет, давай, убей ты его уже. И чё, не засчитала, что ли? Да почему? Ты что, травишь, что ли? Ах ты падла-то, господи, вот какая же ты падла. Ладно, хорошо, пандаренский дух огня, Рагнароша. И кто еще? Нужен элементаль. Нежить водный элементаль. Так, у меня только два элементали. А, ну давайте какой-нибудь нежить выкатим. Хорошо, пускай это будет ископаемый этот ящер. Это механизм. У меня нет трех элементалей. У меня только два элементаля. Все, начинаем. Сейчас проверяем. Начинаем с Рагнарош. Давайте, Рагнарош жарит всех. Так. Понеслась. Поджигание исцель горит. Нет, сначала делаем огнемет. Подпаляем. Он там все равно себя бафает. Так, теперь хреначим поджиганием. Как же он критует прям. Так, теперь бьем сульфурасом. Живи, Рагнарос, живи, твою мать, пожалуйста. Да. О, мощненько вжарили. Не знаю, может попробовать его подпалить, но Рагнарос уже не выживет, поэтому тут без вариантов. Выходит пандаренский дух огня. Так, пандаренский дух огня. Значит, жарим. Опять на 4 раунда. Просто не умирайте, пожалуйста, ну. Пэты, алло. Да ты чё творишь-то? Он взял на всё хп, кританул. Ну, какого хрена? Это вообще позволительно? Убивай его, жги его. Ясно, понятно. Так, ну ты должен догореть. Выходит раптор. Ох, раптор, ох, он прям зажжет сейчас. Смотрите, оп, и сдох. Так, хорошо. Значит, он ход пропустит. Из-за того, что воскрес. Нет, он не пропускает ход. Ладно, неважно. Давай, раптор, ну дожми его уже. Раптор очень не хочет выигрывать. Раптор, ну кретани, ну крита... Да не ты, кретани, а раптор крит... Нет, ладно, стоп, есть шансы. Давай, убивай его. Ha ha ha!
чем мне теперь их воскресать? Призвать случайного питомца. Чем мне их теперь воскрешать? Господи, ну, Раптор, ну твою-то мать. Так, ладно, что у меня есть по элементалям? Может, можно каким-нибудь... Давайте фильтр. Семейство питомцев. Так, все, ищем элементалей. Кто у меня? Так, первого уровня одни. Рагнарёк, хороший скилл закапыванием есть. Попробуй также только через него. Попробуем, давай попробуем. Так, давайте поменяем им скиллы, и правда. Так, значит, Рагнароша магматическая волна. Уничтожает объект, нет. Так, магматическая ловушка, огнемет Сыны Пламени. Погружается, почему невозможно атаковать в течение двух раундов. В брыжении это время Сыны Пламени атакуют противника на 98 единиц урона. Так. Магматическая ловушка. Против может попасться. Взяв ловушку, получает 300. Это не может атаковать в течение раунда. Так. И берем Сыны Пламени. Хорошо, у этого что можно поменять? Магматическая волна. Нет, оставим. Давайте хил заменим на поджигание еще одно. Жертвенный огонь можно на огнемет. Цели продолжают гореть. Так, Орч, покажи мне всех своих пэдов 25-го левела. Я, может, что-то подскажу. Сейчас я заменю Раптор, что-нибудь нормально. Вихрь костей, вот, нормально. Заменим. Смерть и разложение. Во. Во. Неплохо, кстати. Можно ему кинуть от смерти и разложения, а потом уйти на других пэтов. Хотя это, блин, не очень вариант все равно. Так, кусают. Давайте костяной укус. Так, если не ошибаюсь, по координатам 69-30 моб, который ресает пэтов. 69-30. Сейчас поставим меточку. Ладно, я понял, где. Попробуем сбегать. Мне нужен пэт против механизмов. Ну, так эти, блин, элементали, но... Надо купить этих печенек или что там используют, чтобы воскресать этих питомцев. Какие-то бинты или как там это. О, это я удачно зашел. Нужно подойти поближе. Все, сейчас воскресим пэтов. Как приду, как убью этого. В этом и самая проблема. У меня битва питомцев что-то никогда не получается. У меня нет цели. Так, машина модифицированная. Комплект мини-озеро Двор Бонжо. Так, давайте возьмем. Блин, у меня уже есть эта фигурка. Тогда выкидываем. Так. В общем, нет у меня никаких валькир. Я понял, что ими можно проносить, как нефиг делать. Но это не совсем наш случай. Так. Эксперт по модификации, по модернизации. Есть как-нибудь подписываются? Выслеживание питомцев, учителя, смотритель стойл. Как он должен называться? Ики, летающий, минус 100 голд. А, блин, я выкинул игрушку, его можно было продать. Ой, черт, извините. Смотритель стоил. Понял. Для нас, для алдов, смотритель стоил. Это там, где можно было ханту своих пэтов парковать. Ну, что-то как-то никто на карте-то не появился. Координаты вроде 69-30. Прям самое что ни на есть, почти 69-30. Ну, вернее, вот так пройти. Вот. А, вот он где.
Так, все, воскресли питомцы. Отлично, отлично, все, поехали. Сейчас закончим с этим уродом, хотя... Ну, нам бы третьего элементаля, мы бы его разнесли как нефиг, но... Ну, ладно. Так, надо все-таки услуги таксиста заказывать, чтобы меня возили туда-сюда. По этим вашим мехагонам. Ставь духа первым. Думаете, дух первым? Давайте попробуем. Так. Ну все, сейчас точно запотеем. Еще один грязный донат. Привет, Арчи. Я люблю твои стримы и видео. И ты знаешь, что я постоянно сижу в твоем дискорде. И ты знаешь, что я люблю слушать музыку. Но, к сожалению, радио в дискорде не работает уже полмесяца. И я могу слушать только израильское радио. Арчи, если ты не починишь радио, я создам профсоюз сабов. Привет, ладно, я тебя услышал, попробуем что-нибудь с этим придумать. Главное, напомните. Так, продолжает гореть. Ладно. Ясно, понятно. Проблема, ну ничего, сейчас выйдет Рагнарёк. Так, значит, давайте ломагматическая ловушка, естественно. После чего юзаем сынов пламени. И вроде как... Да как же ты овнишь-то? А мы теперь должны якобы уйти в этот, в неактив. Вот бы его это добило еще, было бы совсем хорошо. Так, он встанет. Можно его... Да, да ну он там... Ну спасибо тебе, хренороша. Господи, не вижу тебя. Так, смерть разложена. Ты неважно, уже надо просто добивать. Давай, защищайся. Наносит это... Ладно, неважно. Докусываем его. Должны убить. Ну опять умрем, твою мать, опять умрем. А, не, он уже у... Доберитесь до ржавого болта на острове Кагона, покажите, куда хтабокс. Чуваки смогли, прикиньте. Ну, наконец, ну, красота, ну, красота, но это чисто на скеле, вы же понимаете. Магматическая ловушка, конечно, хороший, хороший спел. Ну, в комбинации вот с этим вот. Вот с этим, с этой вот имбой. Так, там король над свалкой, походу, резнулся. Надо его тогда завалить, раз уж мы тут пробегаем. Все, что ли, не успел? Ах, вы гады, убили. Так, ну хорошо, еще дополнительно чуть-чуть репы подсобрали. Не, ну надо бы этим заняться. А вообще, пэтов можно же 25-го покупать сразу? Или их все равно надо вручную прокачивать? Я же могу купить каких-нибудь 25-х и потом всех уничтожать. Валькир этих ваш. Да, можно. Надо будет тогда этих имбо-сет набрать и просто всех выносить. Так, отлично, отлично. 7760 против 7800. Великолепно, великолепно, замечательно, превосходно. Можно покупать, но не тех, что сам ловишь. Из гарнизона Дренора всеми твинами забрал халявный камень на пэта до 25-го левла.
Нет, не забрал. Я думал, бесполезная чушь. Зачем она мне нужна? Ахаха, какой наивный я был. Ясно. В общем, надо что-то с этим придумать. То тогда у нас будет дополнительная локалка каждый день. Вы прикиньте? Такой контент. Каждый вот божий день. Так, сейчас. Давайте сдадим тут какой-то квест. Можно как раз просто... Какие-то ресурсы, видимо, накопились. 75 всего репа. Все-таки только 250 на жатаре. Ну, но жатар там водные эти. С ними сложнее. У меня вообще ничего для них нет. Так, ладно, хорошо. В общем, я понял. Мое домашнее задание — это подготовить пэтов. Хороших. Чтобы мы в следующий раз могли с вами... Ну, нормально запотеть и уже проносить и там, и тут. И вообще, эти локалки делали бы постоянно. А не просто вот так вот, типа, ой, чем бы нам заняться. Мы будем делать локалки. Каждый день с пэтами. Как ни крути, все равно 175. Надо будет аддон поставить. Если оплатишь мне подписку, отдам тебе всех пэтов. Ну, началось шантаж. Так-с. Ну что, господа. Ну, сегодня план выполнен и даже немножечко перевыполнен. Посмотрите, такими темпами, ну реально за 3 дня мы возьмем наконец-то почтение. И я спокойной душой смогу... распрощаться и наконец-то делать стримы не только по Вов. Ну и, собственно, недаром сегодняшний стрим наш называется анонс стримов не по Вов, потому что, видите, как мы грамотно подвели к тому, что и стрим у нас не... Ну, в общем, все, вы поняли мысль. Вот. Сейчас я, наверное, пойду все-таки заниматься не очень приятными делами. Но, тем не менее, спасибо большое вам за приятную компанию, за ресабы-сабы-доники, за подсказки, за то, что помогли сделать невыполнимый квест в Мехагоне, за то, что мы с вами завершили вот эту эпопею с пэтами. В общем, вы крутые. Теперь уже, наверное, увидимся в среду. Я думаю, завтра вряд ли. Завтра тоже очень дебильный день, но в среду, да, увидимся в среду. А в пятницу... В общем, к пятнице я опрос подготовлю в группе, и вы проголосуете, какую игру будем смотреть. Вот. Ну, нормально локалки сделали, нормально. Контент, можно сказать, сегодня был. Несмотря на то, что... Такой специфический контент, но контент... Контент. Так, Дартонец прибежал. Отдал нам Ики, боевой питомец, летающий. Спасибо большое, Дартонец. Предмет еще не готов. Вы не можете больше завести питомцев этого типа. А, у меня они уже собраны. Ну, сейчас я этих ики продам. Фильтр семейства. Выделить все. Так. Выпустить на волю. Посадить в клетку. Давайте посадим в клетку. А вместо этого возьмем этого ики. Все. Спасибо, Дартонец, за ики. Все, теперь точно. Кстати, классный Пеппи. Ладно, чат. В общем, курлык-курлык. Всем приятного вечера. Спасибо за компашку. До следующего стрима. Да. МПС-бат. Раунд. Это... Там... Я почапал. Вот это вот все. Курлык.